Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Испанский художник, скульптор, наиболее известен своими церковными сценами, Хосе Гальегос и Арноса. Родился 3 мая 1857 года в городе Херес де ла Фронтера, Испания. Его отец работал на винодельне, увлекался рисованием в раннем возрасте. Он и его друг Сальвадор Санчес Барбудо, который разделял его интересы, часто посещали мастерские Луиса Севилья, местного художника натюрморта. Я пользуюсь Википедией переводной. Уехал в Мадрид в 1873 году при поддержке работодателя своего отца Гильема Гарви. Там он поступил в настоящую Академию изящных искусств Сан-Фернандо. По настоянию отца сначала изучал архитектуру, но вскоре переключился на живопись и стал учеником Федерико де Мадраза. Позже у него появился интерес к ориенталистской живописи, он путешествовал по Северной Африке. В 1878 году его картина «Арабская свадьба» была куплена правительством. Часть полученных денег он использовал для продолжения учебы в Италии. В 1880 году он решил поселиться в Риме. Много путешествовал, посещая Мюнхен, Лондон, Париж и Берлин, а также время от времени возвращаясь домой. Его картины хорошо продавались, и он смог привлечь братьев Ван Берли из Нидерландов в качестве своих агентов. Также его работы продавались в Лондоне. В 1877 году он женился на Джузеппине Триланди из Милана. У них было 4 детей. Жена умерла через 10 лет в 1897 году. 3 года спустя он женился на Констанс Хардинг, дочери английского священника. Она была на 23 года моложе его, и у них было 5 детей. Был награжден золотой медалью на международной выставке изящных искусств в Берлине в 1891 году. Его картины можно увидеть в музеях Германии, России и по всей Северной Америке. Немногие из его картин находятся в Италии, поскольку он редко выставлялся там. Возможно, из опасения вызвать зависть у других художников испанского происхождения, которых там было много. Каждое лето он проводил на арендованной вилле недалеко от Анцио, где рисовал на пленэре и охотился. Однажды он охотился на дикого кабана, когда упал с дерева и повредил позвоночник. Во время выздоровления он скончался от инсульта, наблюдая за процессией в честь тела Христова. Это было 20 сентября 1919 года. Констанс и дети остались без гроша в кармане и были вынуждены очень дешево продать его картины, поскольку он еще был популярен. Хосе был большим другом итальянской королевской семьи, и королева часто вместе с ними пила чай, была большой подругой Констанс. Дети переехали в США. Одна из дочерей вышла замуж за сталелитейного магната и стала 4-й по богатству женщиной в Канаде. Вот так вкратце о испанском художнике и скульпторе, который наиболее известен своими церковными сценами, Хосе Гальегос и Арноса. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.